Если мы говорим о мобилизации ресурсов, должны все мобилизовать. Уже простой народ мобилизован ресурсов до предела. Из него ничего не выжмешь, он уже вот все. Ну, товарищи богатые, вы разбогатели на наших ресурсах. Вы же слышите аргументы, что, дескать, они начнут убегать. Они, правда, и так убегают? Ну, подождите. Ну, из вот российской юрисдикции. Эти полпроцента, они же все известны. Куда они убегут? Они все известны. Мы знаем, кто они и так далее. Это все супер-чиновники, которые по нескольким месяцам имеют. Да. Ну, давайте с них. Вот вы же руководители государственных структур. Вы работаете во имя Отечества. Ну, хотя бы вы начните. Начните вот 100 тысяч человек, которые сидят в правительстве, в Государственной Думе. Вот начните. Вы же за Родину бьетесь. Вот только так. Покажите пример. И это все будет нормально, это улучшит нашу моральную атмосферу, доверие к правительству. Не надо злоупотреблять вот этим доверием, которое, и быть спокойным. Оно, вы знаете, когда вот так вот шатается, как опыт показывает, может быть, ни к чему хорошему не ведет. Мы должны повышать авторитет нашей власти, авторитет президента и правительства, но требовать от них, чтобы они делали правильные действия. На ваш взгляд, почему так?